Всем привет! Это наконец-то долгожданная распаковка. Я первый раз, наверное, за год. Я, наверное, год назад последний раз что-то заказывала, мне кажется. Даже больше, по-моему. Ну да, наверное, год назад. И я вот сделала посылочку. Ни продавцов, ни ссылок, ничего не даю. Все, без вопросов. Значит, здесь 19 килограмм вкусноты, красоты. Ну, тут немного всего, но я очень-очень хотела что-то попробовать новое. Здесь есть одна новинка, которую я, ну, как бы не видела. Просто я не то чтобы совсем не видела, я не интересовалась. И увидела впервые. Почта России, конечно, коробку не пожалела. Вон так. Все, конечно, не очень целое, но мне кажется, нормально. Так, здесь у нас... Ой! Уралка, наконец-то! Неочищенная уральская, по-моему, 3 килограмма. Я так давно не покупала уральскую. Вот. Пахнет уральской. Она не чищенная, если что. Вот сколько добра! Продавать ничего не планирую, это все для меня. Так, здесь у нас должно быть песчаночка, 3 килограмма тоже, но она влажная. Ой. Она прям влажненько пахнет просто. Я так давно ничего не распаковывала, что я прям, смотрите, серенькая такая, влажненькая. Она не прям мокрая, она вот прям вот влажная. Слегка. Вообще кайф. Хочется заточить кусочек. Давайте почищу один кусочек и заточу. Шикарный подвальный вкус. Еще просто влажный. Дальше. Аскорбинка. Такой сорт мела я не пробовала. Очень интересно попробовать. Пахнет классно. Слегка пердоват, но очень вкусный. Тоже какой-то подвальный прям вкус. Глинка закат. Закат, я обожаю эту глину. Это просто моя любовь. Она тут маленькими кусочками, я всего лишь килограмм взяла. Такая она всякая разная. Слоистая. Это орская глина. Я ее обожаю.
А также здесь еще глинка. Еще закат. Я что, 2 килограмма заказала? А здесь нитки большими кусками она. Так, дальше. Мел. О, глина Астана. Один. Астана — это моя любовь. Тоже. Тоже моя любовь. Не знаю. Я прям в нее очень влюбилась. После определенного времени. О, халва. Тоже кайф. Очень люблю. Она мне напоминает песчанку, только такого рыженького цвета. Тоже вкусная, песочная. Я тоже взяла влажную на 3 килограмма. Блин, она не желтенькая вообще. Обидно. Она вообще не желтенькая. Они точно не перепутали с песчанкой. Угу. Это не песчанка. Пока она влажная, непонятно, надо дать ей просохнуть. Так, здесь у меня еще жемчуг. Тоже очень люблю эту глину. Это орская глина. Не знаю, мне она полюбилась, многие ее не любят. А я ее, не знаю, очень люблю, особенно в пасту вообще. Ох, красота. Мне кажется, что она прям перламутровая, если честно. Плохо видно. Ух, какой красивый кусочек. Она тоже такая слоистая. У нее бумажный вкус. Нежная-нежная бархатистая. Бархатистая структура, текстура. Блин, я тупанула и заказала Ундору. Я забыла, что Ундора — это аноним. Какая я идиотка. Блин, взяла аноним себе, сказала. Ну вообще. Ой, блин. Ну, что у меня в голове? Что вот у меня в голове? Мало же своей. Капец. И
как говорится, вишенка на торте. То, что я хотела, ждала, это каолин иранский и каолин кешью. Я пробовала раньше каолины. Мне они вообще, конечно, не понравились. Вот. Но я все равно решила заказать, потому что такие как бы названия, иранские какой-то кешью, у меня прям заинтересовали. Поэтому хочу попробовать. Начнем с кешью. Вот так это выглядит. Как будто из кондитерского рукава выдавливали. Просто вот эти колбаски, они как высохли, так и высохли. Ну и попробуем. Пахнет прикольно. Вкус странный такой какой-то. Извести какой-то, гашеный какой-то. Ну, не скажу, что мне нравится. Может быть, в пасте в сочетании с каким-то мелом это будет вкусно, но пока мне не нравится. Каолин очень сушит рот. Так, теперь иранский каолин. Он желтенький такой и мелкий, то есть такими мелкими кусочками. Ну, пробуем. Он влажный. Поэтому непонятен вкус, просто сырости. Надо просушить хорошо. Каолин очень жирный, очень прям, он не залипает, но он прям все обволакивает таким жирным слоем, как масло. Вот, но вкус пока непонятен, надо просушить и пробовать. Собственно, все, что я заказала. Больше я вам ничего не покажу. Буду стараться снимать видео теперь с новинками. Я не знаю. У меня там из моих запасов осталось, наверное, килограмм, может быть, 3 там от силы мела. Ну, блин, 5 это прям притянуто за уши, но глины... Глины больше, конечно. Вот. Наверное, буду делать. Я вообще планировала делать, но пока нет возможности. Мел хотела заказать. Вот. Надеюсь, позже будет. Собственно, все. Спасибо за внимание.